Всем привет, с вами Фиксон, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем смотреть Первобытный инстинкт на Ромео, да. Он все-таки недавно выпал, поэтому хочется его затестить, ну и поговорим вообще про этот Первобытный инстинкт. Вначале, когда он появился, я его прочитал, посмотрел, он оказался прям нереальный бой. Но оказалось, что прям не настолько нереальный имба, а просто хороший, да, очень хороший, даже сказать так, Первобытный инстинкт. Итак, что же такое, давайте прочитаем. Когда Ромео поражает противника активным навыком, это его язычок, да, время перезарядки сбрасывается. Ну... Оно сбрасывается единожды. То есть, если вы, к примеру, будем, просто пример приведу. Прыгайте на одного противника, шотаете. Прыгайте на второго сразу же, через откадешившийся активный навык, еще раз шотаете. Ну, или не шотаете, просто прыгайте, да? У вас третий раз уже не будет. Все. Дальше идет обычная кадешка. То есть, эта штука работает только единожды после первого раза. Ну, после того, как вы активный навык попали один раз, да? Тут же надо попасть. Поражает, да, поражает. Поражает интеллектуально, я думаю. Или психологически. В общем, берем Ромео, отправляемся в боец. Будем сейчас это смотреть и тестировать. То есть, наша цель, ну, конечно, командный бой, как еще по-другому. Где лучше еще его затестить, чем в командных боях. В чем суть? Вы прыгаете на одного, да? И по идее он у вас сразу откадешивается, и можно его использовать для продления активного навыка. То есть, там же, когда Ромео прыгает, он как бы, ну, стан, что ли, кидает, да? Будем назвать это так. Если у нас хамелеон лидер, надо бы идти к нему. Потому что возле него остальная часть команды заспавнится. Ну ладно, пофиг, просто здесь останемся. Ой, блин, больной. Вот чувствую. Вот смотрите, ребят, больной хамелеон. Ладно, шучу, конечно, он остался и побежал дальше. Так вот. Мы один раз один навык нажимаем, и второй раз он уже сам нажимает. Точнее, не сам нажимает, а сразу откадешится. И поэтому можно продлить контроль по персонажу. А контроль по персонажу — эта штука у нас полезная. Конечно, не в командных боях. Ну, конечно, в командных боях тоже не спорю, хорошо. Да, модный смайлик. Лутаем серебряный дробовичок и погнали. У нас есть небольшой скор. Небольшой, кстати, жираф неплохой. Надо бы его это не бросать, если что. У нас, правда, команда сейчас такая себе по выживаемости. Ботов вообще нету. Проблемка это прям конкретная, то что нету ботов, потому что, ну, а без аптечек, я бы сказал так, на Ромео играть невозможно. К сожалению. К сожалению, невозможно. Ждите, Джей даже ждет. Жираф, иди сюда. Не слушается жираф. Не слушается вообще. Вот непослушная жирафская морда. Ну ладно, сейчас он зайдет, скорее всего. зашел. Ну давай, лутай. Блин, там противники. Ну ё-моё. Ну я попытаюсь, конечно, сейчас что-то сделать. Не знаю, правда, что получится. Ага, ничего не получится. Ну, кстати, видите, вот я попал в первый раз. Зацените, а. И моя команда. Ноль аптечек, ноль интеллекта. Ну ладно, там жейт немножко, да? И все. Понимаете, вот жейт немножко, и все. Жираф пошел в ближний бой, слился. Ну, либо его крап пхнул, одно из двух. Ну, вы все сами видели. Просто как... Вот я же говорю, на жабу заходил, блин, такое же невезение было. Просто один в один невезение при игре на жабе. Ну, а что поделать, ребят? Это 1050 рейтинга, да. 16 уровни, адекватные игроки, и за тебя там 7 никс. Который, да. Слов нет про никса. Ну, что поделать? Такой вот он есть. Ну, в принципе, Первобытный инстинкт мы чуть-чуть посмотрели. Чуть-чуть, да. Там после первого прыжка на джейд, который я добил, потом был прыжок сразу же, ну, практически сразу же, на второго персонажа, хотя здесь КД у него прилично. Если вы посмотрите, вот, знаете, КД, да, пошло, а я там практически сразу прыгнул. Но, как говорится, на третий раз он уже не работает. Это печально. Это печально. Убиваем этого. Кстати, видите, я не попал в ком. И поэтому у нас сейчас проблемки. А сейчас, видите, стоп, а сейчас я попал, и мне не откатывает. Может, только на игроков действует? Или оно все-таки небольшое КД дает? Мне кажется, небольшое КД все-таки дается. Да, небольшое КД все-таки дается. Но оно все-таки небольшое. На то и оно небольшое, да. Слишком много слов небольшое. Блин, как же урон залез... Да ё-моё, вы видите этот... Еще два склада пришло. Просто игнорят. Просто... Один убежал наверх. А этот снизу фигней страдает, бота бьет. Не, ну я не... Просто слов нет. Какие неадекватные, а. Какие неадекватные. Бля. Вот я рисковал с собой. 15-го бобра убивал.
Да, пока эти неадекваты фигнёй страдали в очередной раз. Ну да. Ботинок. Не, ну а чё, 1050 рейтинг нормально, да? Если у тебя есть ботинок, то ты уже можешь взять 1050 рейтинг. Что ж. Второй бой готов. Поехали на третий. Не, ну нормально, чё? Мне нравится. Команда прям вообще. 10 из 10 очередная. Ну обидно, что вот бобёр просто кидает свой лук, и у тебя фул хп такая вжух-вжух дважды, да? И ты такой, ну понятно. Слабый лук бобра. Ну, кстати, да, все-таки не имеет. Он, видите, вот КД не мгновенное. Хотя, если ошибаюсь, вроде на тесте, когда первый раз смотрел, было мгновенное. Может, пофиксили. Это как со слоном. Сейчас у слона дальность притягивания стала лучше. Да, хотя она не отображается, что она стала лучше. То есть дальность как бы отображается стандартно, какая была после последнего фикса. Но в реальности она стала лучше. И поэтому получается... Боже, еще третий уровень. И поэтому получается, что слон стал сейчас имбой. Опа, сюда. Обидное. Ну как он так улетел, а? О, я кого-то попал, добил, бота вроде, да? Ну вроде да. Так, давайте залутаем еще одну аптечку, в принципе, лишней не будет. Они залутать, а нет, смогли все. Смогли. Капканчик поставим. Давай, бачок, лутай, хорош. Так, тут ботов наши ребята убивают. Можно еще капканы наставить. В принципе, прекрасно. На всякий случай, как говорится, лишними не будут. Особенно для жабки. Капкан это хорошая штука, потому что ты прыгаешь, ставишь под себя капкан, и все красиво получается. Вот когда-нибудь я выбью на жабу феромоны, да? 14 легендарных сундуков, ага, 0 феромонов. Ну ладно, не будем об этом везении, да? Очень интересно везении. Так, ну что, Бак, ты там кого-то нашел, я чувствую, да? Ну что-то... Он нашел, но они не пришли. Так, ё-моё, вот это залагало. Так, капканчики поставили. Нормальненько. Нормальные. Так, ну я думаю, тут распыляться не надо, хотя надо было черепаха добивать, на самом деле. Ну давайте сейчас пока Брюсу не дадим рез. Даблшот, это, конечно, было красиво. Но черепаха адекватно играет. Он действует на быстром КД. Блин, надо срочно взять защиту. Ну, я его шотнул, хорошо. Быстро рез эти, давайте. Блин, там аптечку залутали, я ее не получил. Ну. Так, лутаемся быстренько. Сейчас я словлю хамелеона. Сделаем трипл килл. Сюда. Блин, активный навык от КДшился. О. Все, отлично. Вообще шикарно все получилось. Сейчас бы еще аптечки залутать. А, все, мы победили. Там последний, походу, где-то фигней страдал в зоне. Ну, радостно хотя бы, что команда резала. Хотя бы это, да. Ну и противники, увидели, не особо сильные были. Конечно, черепах напрягал. Вот видите, сейчас черепахи, они играют по другой схеме, чем раньше. То есть раньше черепах садился себе там, что-то делал, все дела. Ну и... играл. А сейчас черепахи, получается, играют по схеме. Нажимаешь активный навык, сразу его отжимаешь. Ну и вот через такой буст. Обидно, конечно, что вот так он сейчас работает. Как бы не должно так работать, блин, Триникс. За шо? В чем я виноват? Ну в чем? Ну блин. Понимаете, вот это, знаете, сейчас будет ситуация. 3 секунды боя, они все мертвые. Вот прям вангую, смотрите. Ну, конечно, может не 3 секунды, я преувеличил, наверное. Может быстрее умрут или медленнее. Вот как пойдет, да? Тут же не... Как бы понимаете, не от меня все зависит. Хотя, на самом деле, да. От кого же еще? Ну, может, от Рави еще. Просто в том смысле, что мы можем с Рави просто взять и начать убивать противника, и поэтому будет в бою у нас преимущество, и наши друзья вот на Никсах, они не умрут. Кстати, заметьте, они хотя бы с нами двигаются. Уже неплохо. Уже, как говорится, не самый худший вариант. Мне надо двигаться с Рави, потому что его бросать нельзя. Ни в коем случае. Блин, ну, этот гад, он будет дамажить слишком много. Надо отойти, похилиться. Ну, я за бобром, наверное, все равно пойду. Рави попробует его сейчас в спину догнать. А я с отсюда. До свидания.
Ну, в общем, Рави молодец, чем рассказать. Блин, активный навык второй раз не попал. Ну ё-моё, так хотелось третий раз посмотреть, будет ли работать. Там еще Брюс. Блин, я в капкане стою. Надо на Брюса тоже капкан поставить, а то он что-то дерзкий тут такой. Все дела. Ну что ж, мы убиваем склад противника. Ну вообще, неплохо получилось. Там Рави бахнул хорошо, я хорошо бахнул. И мы, получается, шотнули. Там в начале кого? Акула, еще кого-то. В общем, там хорошие быстрые шоты прилетели. И за счет этого быстренько разобрались со складом. Вот я про это говорил, что если мы будем шотать быстро, то в принципе проблем не будет. По одному удобно очень. Скиллы откадешиваются, да, вот эти вот модные, да, навыки наши прекрасные с оружием. Ну и в принципе мы быстро тащим, разваливаем. Остался при нас еще один сквад. И, наверное, еще один парочку недобитых, да. Оба, бот. Неожиданно. Неожиданный бот у нас тут появился. Капканчики золотая. Один лишний поставим. А что, Никс не золотает капканчик, не? Осуждаю. А вот и противничка, кстати, наша. Так, уходим красивенько. В орла не попадаю, к сожалению. Ой, я сейчас ошибку допускаю, надо сейчас аккуратнее немного играть. Даже не немного, а много аккуратней. Я капкана не смог поставить, надо сейчас поставить очень быстро. Ну, кстати, орла смог дожать, а это хорошо. А что тут лев делает такой жесткий? Так, отходим. Прыгаем на льва. Ой, как же больно, помогите. Один наш Рави делся. Вот же у нас Рави, конечно, да, дает. Давай, Никс, лутай, лутай, хорош. Хорош, красавчик, вообще. Фу, хорошо, что я его смог шотнуть с дабл дробовика, еще вроде Никс не помог. Блин, а Рави-то где делся-то? Не, ну Рили, что с... Кстати, если мы в стенку прыгнем, это будет считаться? Нет, за попадание не считается. Ну, кстати, неожиданно, но Никсы молодцы оказались. Неожиданно, да, ребят. Ну, хотя там, да, против нас было два противника, но это был 16-й акул. Ну, и не очень адекватный орел, которого я контролил, старался. Но где Рави умер? Как он умер? При том, что у меня был дефибриллятор. Ну, странно. Ладно, давайте еще один боец катаем, попробуем затащить. Возможно, будет команда поинтереснее, но в этот раз хотя бы заместик был хороший. Мне он, в принципе, понравился. Ну, сейчас посмотрим, какой у нас будет замесик модный. Ох ты, легендарный ботик сразу. Сюда. Ядом тебя добьем. О, видите, сразу откадешилась. Видите, третий раз уже не работает. Вот про это и говорил. Не прошло 15 минут, как мы протестили на третий раз. Но опять же, вы видите, очень быстрая КД все равно, да? И по сути, ну, 4 активных навыка за короткий промежуток времени. Это очень круто. Но персонаж такой, что ему нет возможности там драться, так сказать, на передовой, да, все дела, быть первым. Но они залутают, что они там долго идут? Ну лутайте уже, давайте, давайте. Лутайте, ну, копье. Хамелеош, давай. Братан, красавчик. Залутал красавчик наш копье. Так, ну нужно сейчас очень красиво прыгать. Ой-ой-ой, я ошибку сделал, ошибку. Ошибку. Блин, моя ошибка. Блин. Блин. Ну, понимаете, там ситуация была такая, что у них бобер, краб. А, тут еще другой скот. Ну ладно, тут забейте, тут без вариантов. Ну что ж. Значит, мы на этом будем заканчивать, ребят. Вот такой сегодня у нас первобытный инстинкт на Ромео. Жабку Ромео, да. Модный, красивый. Конечно, работает офигенски. Просто аннигилирует одну цель в любом варианте. Добавить сюда феромоны, и как бы персонаж станет имбой. Имбой, которая, ну, будет способна развалить и убежать. В принципе, что вот кенгуру делает, он разваливает и убегает. Ну, многие персонажи так делают. Поэтому мы будем тоже так делать, когда он появится феромон. Но когда не появится, это неизвестная вещь. Потому что сундуки, как вы видели, мне очень везучие. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока.